Багато людей періодично відчувають проблеми із газоутворенням, які приносять дискомфорт як їм самим, так і оточуючим. Псувати повітря, пускати вітри, пукати, як тільки не називають метеоризм. Здорова людина випускає близько 2 літрів газу на добу і робить це до 15 разів на день. У суспільстві накладене табу на цю тему, тому не всі знають, що підвищене газоутворення може свідчити про погіршення фізичного здоров'я. Наш організм щодня виробляє чи не усю таблицю Менделєєва. Продукти, що стимулюють надмірний метеоризм – це квасоля, яйця, цибуля, часник, пиво, капуста і сир. У цьому переліку безперечними лідерами є бобові. Організм людини не в змозі переробити деякі полісахариди, що містяться в них. Чи може надмірне газоутворення бути сигналом серйозних проблем зі здоров'ям? Безперечно, так. Причина метеоризму – це синдром розладу шлунку і зв'язок психологічного стану із травленням. А ще гострі кишкові інфекції, паразити, грижі і пухлини. І це ще не повний список того, що може супроводжувати підвищений метеоризм. Чи потрібно лікувати надмірне газоутворення? Та як це робити правильно? Дивіться далі в «Алло лікарю». А я нагадаю, що гості нашої студії – це Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт-дієтолог. І, пане Борисе, ви щойно сказали, я думаю, що таку феноменальну річ, як те, що, звичайно, вода може викликати надмірне газоутворення. Тобто запивати їжу – це може бути небезпечно? Звісно, звісно. Смотрите, в принципі, газообразування може визвати любая їда. Потому что бактерии в кишечнике есть всегда, они готовы съесть любую практически пищу, и все, что не переварил человек, все достается им. А если мы запиваем все это? Вот, а если мы запили еду водой, человек съел какую-то порцию каши и выпил воды, он разбавил себе желудочный сок. Если соков хватило, то есть запас у желудка был, он переварил, каша все равно осталась вашей. Вот, если соков не хватило, каша ушла в кишечник. Там есть и крахмал, чтобы вызывать брожение, там есть и белок, чтобы вызывать гниение. И тут уже кто из бактерий подхватит кашу, это уже история. Но газообразование будет, поэтому сама по себе вода, это там бродить нечем. Вы краще не забывайте. Жить там практически нечему. Хотя там бактерии есть, но они... А у нас есть запитание, будь ласка, 490-11-34, алло. 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 Раді вас чути, будь ласка, ваше запитание. Добрый вечер, я из Киева, и у меня такой вопрос. Моему сыну 31 год, у него стоит диагноз панкреатит. Ну вот уже и как бы не особо и тревожило нас лет 5, но вот теперь уже начались вот такие проблемы. Без конца он ходит в туалет на день по 5 раз. Ему делается плохо, а потом у него вот как не... нервы, как бы колотит его после этого. Вот у меня такой вопрос, какие анализы бы нам сделать, чтобы узнать, что это такое вообще, и связано ли это с панкреатитом? Дякую вам за ваше запитание, міцного здоров'я, что можно порекомендовать? Ну, если 5 раз он ходит, у него порожняется кишечник, то, скорее всего, что у него панкреатит присутствует, и пища переваривается очень плохо. Здесь ту же вот капрограмму нужно посмотреть, ферменты поджелудочные, какие из них работают. То есть амилазу сдать, диастазу сдать, эластазу. То есть посмотреть, что из пищи переваривается. И отсюда уже плясать, но плохо ему, реально будет плохо, потому что пища, если она не переварилась, человек ее не переварил, ее переваривают бактерии. И степень вот этого плохо зависит от того, насколько много процессов брожения и гниения в кишечнике активировалось. Дякую. Будь ласка, ще запитання. 490-11-34. Алло. Здравствуйте. Вечір добрий, раді вас чути. Здравствуйте, город Буча. Ваше запитання, будь ласка. Вопрос следующий. Моїй мамі 70 лет, їй удалили желчний пузырь, і вона не може ходити в туалет з тих пор сама, тільки клизми. Вот, она не употребляет ничем, воды пьет много, на молочный у нее аллергия, и после того, как она что-то съест, у нее начинается сердцебиение, аритмия начинается, и, в принципе, она вообще сердечник, давление у нее, она принимает постоянно сердечные препараты. Дякую вам за ваше запитання. Міцного здоров'я вам, вашій мамі. Що можна порекомендувати? Ну, після удалення желчного пузыря пищеварительная система нарушается. У кого-то она восстанавливается и работает как раньше, а у кого-то вот такие вот проявления могут быть. Тут
Единственный вариант, что можно делать, это частое дробное питание небольшими порциями, смотреть, на какую пищу она реагирует больше, на какую меньше, потому что у нее нет желчного пузыря, нет емкости для желчи, и желчь постоянно идет в кишечник. Ей эту желчь нужно постоянно связывать, вот как первый прозвонивший в студию человек, который вынужден был есть на ночь, чтобы как-то связать желчь после этой операции. Здесь, ну, другая ситуация, желчь, попадая в кишечник, если кислоты в желудке не хватает, она может зайти в желудок и вызывать свои нарушения. Если желчь будет идти по кишечнику, и здесь в рационе нужно увеличить количество клетчатки, воду это здорово пить, но одна вода не работает. Она для работы кишечника ничего не дает, она всасывается в кишечнике и фактически в толстом кишке воды очень мало. А вот клетчатка, она транзитом проходит всю пищеварительную систему. И, безусловно, не сырая клетчатка, она быстро дает эффект, но по дороге, как правило, удаленный желчный пузырь, это синоним, остался хронический панкреатит. И хронический панкреатит жутко не любит сырую клетчатку. Стоит съесть этой сырой клетчатки какие-то овощи, фрукты, ягоды, и есть риск обострить, перевести. Это овощи мают быть, а будто шковни, так, одним словом, да. Термично обработаны. Да, 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 да. Тогда они, не раздражая поджелудочную железу слишком активно, они будут проходить по кишечнику, формировать объем и запоры. Чому взагалі, пане Борисе, стаються хронічні закрепи? І взагалі, як з ними боротися? Причин много. Понимаете, тут основа, конечно, это работа пищеварительной системы. У части людей запоры могут возникать из-за малоподвижного образа жизни. Потому что все-таки и кишечнику, и кровообращению, организму в целом какая-то двигательная нагрузка нужна. У части людей, ну, возникает из-за того, что не просто сидячий образ жизни, а человек сидит, знаете, так, таз у него внизу, ноги вверху. То есть застой в органах малого таза тоже провоцирует эти ситуации, там нарушается поясничный отдел позвоночника и возникают проблемы. Але чи безпечно зловживати, я так скажу, проносними засобами або ж клизмами, як от наша попередня глядачка? Чи це становить небезпеку, чи в принципі? Ну, слабителями я бы не советовал любыми пользоваться, потому что они все-таки нарушают, если бы они активировали только толстый кишечник, они активируют всю пищеварительную систему, причем раздражают ее. Это не пряности, которые могут помочь пищеварению. А слабительные, они немножко, скажем так... Все же таки это небезпечно. Да. Клизмы лучше не сделать, потому что они нарушают микрофлору. Все-таки мы вымываем микрофлору. Единственное, что самое мягкое, это свечи, которые помогают, скажем так, сработать кишечнику легко и просто. Но это не снимает ответственности за то, что есть питание, которое нужно регулировать и смотреть, что же там нужно. Симптоматичная допомога. Треба дивитися глибше. Будь ласка, ще запитання 490-11-34. Могу вас слухати? Алло, пане докторе. Так, будь ласка. Спазматичний коліт, овечий стул. Що робити? Дякую вам за ваше запитання. Міцного здоров'я. Це проблема поясничного відділу позвоночника. То есть там есть нарушение, и кишечник в слишком высоком тонусе, за счет этого и появляется вот такая проблема. И что добавить вот тут, чтобы был все-таки объем для кишечника, это растительная клетчатка. Но опять-таки вот овощи, фрукты, бурячок очень хорошо помогает. Он достаточно плотный и формирует достаточно хороший кал, не раздражая на входе поджелудочной железы. А взагалі, є критерії, от як дізнатися, що в тебе є закреп? Є якісь критерії, скільки разів на добу, можливо, там, двічі на день треба ходити у туалет? Ну, для взрослого человека стул должен быть хотя бы один раз в день утром. Так. Меридиан толстого кишечника по китайской медицине – это последний ночной меридиан. Иными словами, китайцы нам говорят, проснулся, первое, что сделай, иди очисти свой организм, сбрось то, что накопилось за вчерашний день. А следующий меридиан – меридиан желудка. И китайцы нам говорят, после этого, не до. После этого имеешь право позавтракать, плотненько позавтракать, иди на следующий рабочий день. Может быть, если клетчатки много, вот сыроеды, вегетарианцы, у них обычно кишечник работает несколько раз в день, просто для того, чтобы получить нужное количество калорий, они вынуждены съедать слишком много еды. А растительная пища, она так или иначе с клетчаткой, и здесь, ну, как бы, у них кишечник может работать и несколько раз в день. Хуже, если кишечник не работает с утра, а срабатывает кишечник, скажем, днем, вечером. Иными словами, полдня человек ходит с грязью в кишечнике, она великолепно всасывается, раздражается и печень, и почки, и нервная система. То есть человеку плохо.
Ну, і нужно добитися того, щоб все-таки стул був хоча б з утра. Треба добитися того, щоб було добре, а ну, ми будемо намагатися це робити, особливо перед новорічними святами. Взагалі, щоб... Там проблем з опорами не буде. О, там не буде, там будуть інші проблеми, але ми не хочемо. Саме тому робимо ці програми, щоб взагалі не було жодних проблем. От, що ви порекомендуєте? Можливо, перепастися якимись засобами, вугіллям, я не знаю, якимись ферментами, щоб сісти за новорічне застілля, трішки собі допомогти. Чи тут таблетки не допоможуть? Первое лекарство – это здравый смысл. То есть нужно понимать, что если ты съедаешь больше, чем обычно, и ферментов не хватит, то будут, придется... Ну, зрешив, трішки зайвого з'їв. Можливо, якусь таблеточку все ж таки. Тогда ферменты нужно просто помочь своему желудку, своей поджелудочной железе переварить эту пищу. Но нужно рассчитывать на то, что после этого ферменты вам помогут переварить. Но это переваренная пища, теперь сосется в кровь. И так как человек обычно не колет дрова в это время, не крутит педали велосипеда, там, не бегает по стадиону между каждым приемом пищи за столом, ими пару ложек съел и пошел 3 круга отработать по стадиону. Он должен быть готов к тому, что он наберет избыточный вес. Если застолье будет таким образом продолжаться, то ну, потом придется бороться с другой проблемой. Уголь, он нужен на всякий случай, для того, чтобы вдруг что-то за столом оказалось несвежим. Вдруг какие-то продукты питания, где-то так среагировала пищеварительная система, она эту комбинацию не смогла переварить. То есть сорбент как раз с собой взяты какие-то? Да. Потому что выпадок. Люди же как едят? То есть, по идее, вот есть много блюд, возьми, съешь одно блюдо. Попробовал, понравилось, все нормально, отложил его, ешь следующее. Мы же на тарелку выкладываем 20 блюд, и пытаемся есть каждое из них. Потом опорожнили тарелку и обновили ассортимент на ней. Все то же самое. А дальше, когда все это добро попадает в пищеварительную систему, оно на блюде выглядело здорово. В пищеварительной системе сидит вот так вот. Вначале желудок, потом поджелудочные. Вы знаете, думаю, я еще сподіваюся. Как же это все переварить? Я еще сподіваюся, что взагалі наш шлунок під час цих новорічних свят страждати не буде. Вам міцного здоров'я. Дякую, що приїхали до нашої студії. Василик Свят, дякую. Дивіться нас кожного дня у прямому ефірі на телеканалі Тоніс о 18:00. Дякую вам за ваші запитання, дякую вам за вашу увагу. На все добре, будьте здорові.